30 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел педагогический маркет вакансий. Основная цель этого мероприятия – развитие потенциала студентов Казанского федерального университета и ознакомление их с эффективным построением педагогической карьеры. Ожидания от этого мероприятия, конечно, только положительные. Мы хотим, первое, это поднять вопрос кадровой политики в сфере образования. Вопрос проблем, какие существуют в образовательных организациях, с какими сталкиваются учителя, с какими проблемами сталкиваются обучающиеся. Будущие педагоги познакомились с представителями образовательных организаций, узнали о свободных вакансиях и рассказали о своих планах после окончания университета. Цель сегодняшнего визита на эту ярмарку – мы заинтересованы в поисках творчески работающих учителей, прежде всего по русскому языку, литературе и математике. Мне бы хотелось побольше узнать о актуальных вакансиях в Казани и, в принципе, ознакомиться с учреждениями, в которых я бы, возможно, хотела в дальнейшем работать. Также в рамках педагогического маркета вакансий прошло пленарное заседание, на котором обсуждались проблемы трудоустройства среди студентов и векторы развития карьеры в сфере современного образования. Допустим, нам нужен врач, но нам нужен качественный специалист. Если мы говорим о каких-то других услугах, мы всегда идем к качеству. Так, я думаю, что и в области образования и воспитания очень важно на сегодняшний день именно говорить о качестве. И качество – это в первую очередь наши профессиональные с вами навыки. Отметим, что это первый маркет вакансий, который в дальнейшем планируется проводить в таком же формате. Камила Исакова, Амир Юлдашев, Универньюз.